пока ты в садик? Да. Кто тебе повезет? Мама. Да, потому что папы еще нет, да? Да. Беги. Беги, обувайся, мама сейчас оденется, хорошо? Нет, всем доброго утра. Я Малюка. Леги. Олегом. В садик поедем. Да. И тебя. А так ты обулся? Да. Где ты дакаешь? Угу. Вам надо посмотреть, где он лежит? В мешке? Да, там вот Так ты машины положи, и у тебя все получится. Так, мой завтрак — это тост. Я вчера покупала хлеб для тоста в магните, кофе, и папа еще привез вот такой вот сливочный сыр Хохланд. Я его очень люблю. У Григория какой завтрак? Дедушка тоже привез шоколадные шарики, как мы их называем, какашки. Потому что как у кроликов, да? И еще рахат лукумчик. Ну, дети его не любят, но я люблю. Ты не любишь? Так, а еще я упаковала прянички. Так что будут ждать своих хозяек. Так, ну что, рассказываю вам. В общем, Григория отвезла, Петрушку отвезла, маму привезла, пряники тоже отвезла. Сегодня пятница, Грише даю 100 рублей. Когда детей забираем из садика, то им тоже что-то покупаем. В общем, я не знаю, знаете ли вы, что у нас по пятницам такой маленький праздник у детей. Они заходят, выбирают всякие сладости и вкусняшки. И Гриша сам заходит либо в рыбацкий, либо вот сегодня он зашел в концтовары, ему там какие-то фломастеры понравились, и карандаши хочет себе купить. Так что сегодня пятница, они так ее ждут, если честно, и знают, что завтра. Вот, там можно поспать подольше, хотя этого почему-то не происходит. Вот. И ждем Сижуню, до сих пор не приехал. Аж он где-то в Пятигорске. Ну, уже едет домой. Ждем его. Я уже соскучилась. Если его нет, я как без рук. Сейчас у меня такой маленький перекус. Это кофе. И опять два тоста. То же самое, что было на завтрак. На обед. Обед ничего не готовила. Только мы доели мясо. Папа кашу горбузяную, тыквенную с рисом, да? И с молоком. Тут добавляешь молоко, размешиваешь. Очень вкусно получается. Я сейчас перекусываю. И иду работать. Не хочет выключаться. Идите здесь, надо кнопочку найти. Вот она. Так, ну что, на сегодня я работу закончила. 476 пучков получилось. Эй, да, Марсик? Марсик тут с нами вяжет. Покажи. И это что, это маме? Да. Такой красивый букет. Декорация. Ломать не надо? Да. Мы их поставим в вазочку. Да. И они будут у нас стоять в комнате. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Кушать? На 4. Где? В садике? На 6. На 7, а дома? 28. 30, 31, 32. Афоня, ты куда? Он тоже тебе помочь? Нет! Не, ну бабушка-то с дедушкой, это уже дома, конечно. Ну пошли спросим. Они-то, наверное, еще работают. Афоня! Уже сразу письмо разнесу. Ты куда? Аккуратно, Афоня, сейчас колесо от... Так что, ты остаешься или поедешь? Тетя Леви. До тети Леви? Да. А что там Василина, расскажи. Так, ну что, мы на карате? Мальчишек нету, они остались себя. Гриш, прекрати, пожалуйста. Просто турнир отменился. Да, турнира по карате не будет. Не знаем. Сейчас поедем, узнаем, тренер все расскажет, да? Почему? А еще у нас радость. Гриша сегодня набрал максимальный 21 балл по русскому. По-русскому в Краснодар летать. Да, ВПР там как-то называется, да? Всероссийская проверочная работа, да? 21 балл из 21.
И сколько там было? 7 заданий, да? 7 заданий. И самый максимальный балл 21 балл. Это самый высший балл. Я 21 балл. Да, так и написали в дневнике. Сколько баллов? Почему две девочки и один я получил? Да, в классе 3 человека набрали. А пятерка была от скольки? От 18, да? От 18 до 21. Это пятерка еще, да. Пятерки многие, да, получили? Ну, а 21, самый высший, всего... Троих, да? Я Виолетта Худова и Анфиса. Угу. Так, ну что, мы теперь на карате? Так, ну что, на сегодня наш вечер. День, вернее, заканчивается уже 12:20. Да? Да. Вот такие вот пряники получились, они еще высохнут, и я их завтра доделаю. Вот здесь вот еще нужно у единорожка глазик нарисовать. Вот такие вот они нежненькие, девчачьи. А мальчишки сегодня пятница, но уже спят. Григорий тут сам командует парадом, да, сына? Что ты тут смотришь? Ник Джуниор? Нет. А что это? Никелодия. А, это Никелодия. А, да-да. А то до этого у нас тут рыбалка была. Что это? Съездили до родителей, забрали деток. У нас, кстати, колесо опять пробилось, да? На карате. Я Гриша забирала. Ну что, говори всем спокойной ночи, сынок. Гриша! Гриш, говори всем спокойной ночи.